Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Рекомендую вам подписаться на канал Altander. Ребят, на этом канале выходят видео распаковок всяких разных товаров с Алиэкспресса и различные тесты и краш-тесты все различных товарчиков. Ребята, в общем-то, видос достаточно интересный и однозначно заслуживает вашего внимания. Если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте на аннотацию. Но я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Ай, ну хорошо, шлепать. Шлепать. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер, и я прекрасно падаю не в минус. Нет, не в минус, это найсово. Вот, ребята, сегодня снимаем серию «Чай-чай-выручай». Вот, сегодня снимать я буду с Лехой Бигтанком. Всем привет. И с Ховиком. Всем здравствуйте. А где твое «Всем здорово»? Или как ты там? Всем привет. Блин, я хочу тебя перевернуть в минус. Меня? Да. Ах ты жук такой. Вот, короче, ребята, сейчас мы решим, конечно, на камень, ножницы, бумага, кто из нас будет, так сказать, тем самым чаем, который будет просто всех догонять и замораживать. Еще раз напомню правила, кто их забыл. Если кто-то у нас сейчас будет чаем, то, соответственно, чайку можно у нас замораживать чуваков и можно минировать. Раунд у нас получается один, длится 15 минут. То есть на минки, на вот это всю хероту времени вполне предостаточно. Давайте, короче, на камень, ножницы, бумага сейчас все вы... И решим. Так, секундочку, я тут, короче, в гараж зашел, мины купить на всякий случай. А-а-а. Вот оно что. Все, давайте. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Хой, проиграл. Да, давай, Леха, с тобой. Давай. Ах ты ж. Я тебе скажу, что он там. Я потом как-нибудь тебе скажу, что он сказал перед видосом. Ладно, давай. Давай, раз. Два, три. Леха у нас получается чаечек. Это, конечно, все круто. Что там такое? Дождь пошел, нихера себе, как тут все гудит. Так, ладно, давайте, ребят, перезаходим. Ты знаешь кто? Я больше с тобой не общаюсь. Давай. Давайте. Мы за синих хоек заходим, он заходит за красных. Нет, ну. Сразу гоу, да? Да, 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 сразу гоу. Сразу можно, так сказать, догонять. Не страшно. Окей. И мины могу ставить тоже, да? Да, мины можно ставить, все верно. Very nice. Идите ко мне, пупсики. О, водяним. Еее. Бля. Мне кажется, я тебя сейчас догоню. Не знаю. Куку мина. Пик. Оп, есть. Я, короче, заморожен. Тихо, тихо, тихо. Блин, я думал, он в минус ляжет. Короче, я понял, возле стендика, где падает... Тебя. Ну, ты понял, да? Но мне кажется, он сейчас будет меня тупо минировать. Ай, это, конечно, не есть хорошо, но ладно. А нет, тут катается. Так, я не пойму, где этот второй опарыш. Я, кстати, тоже его не вижу. Он либо внизу, либо вверху за домиком по-любому сидит. Внизу. Не, как ни странно, я его не вижу. Сейчас пойду посмотрю. Спасибо за подсказку, кстати. Окей, вверху. А почему ты подумал, что он вверху? Ну потому что это же логика ходит. Идеально, он видишь вверху. Я же говорил, что он вверху. Он вверху? Да. Нет роз для меня мин. Леха. Мин нет. Но теперь роз для меня есть Леха. И минка. Так, не пали. Не, мне можно полить. Я же тупо заморожен, но рот у меня, так сказать, размороженный. Да. Ой, бля, сколько мин. Есть. Да, опять я заморожен. Я тебя перед самым, короче, подъемчиком. Он минус. Ой, блин. Он минус? Да нет, он выжил, но... Быстрей, быстрей, быстрей. Он сзади едет. Он выжил, но он... Он чё? Сейчас на встречу вам приеду. Он это... Кто он? Вот, он за тобой едет, осторожно. Я сказать не могу? Нет. Он спрыгнул на тебя. Дим! Есть! Нет. Дотронулся. Нет! Дим! Нет! Ты, я до тебя дотронулся в полете, отвечаю. Ну ладно, у меня не было ничего. Ладно, похеру. Я стою, в принципе, здесь на центре. Лёха, меня нету на карте. А, да, я знаю.
Меня нет на карте. Вот он же меня катается на лестнице. А что, мне двоих нужно поймать как-то? Ну да, тебе нужно бросить двоих. Тогда мы только проиграли. Если... Если даже будет хоик у нас, получается, один разморожен консуранта, то ты, получается, проиграл. Ну, у тебя, в принципе, есть еще... Есть, смотри. Всё? На него. Да, кстати. Ну, это прям изи вин. Подожди, да я свои дела сделаю. Да я свои... Короче, сейчас, ребята, получается, мы сыграем еще один раундик, скорее всего, потому что у нас что-то все быстро очень сильно получилось. И сейчас у нас будет, так сказать, нас догонять Ховик. Так, давайте по-быренькому, опять же, перезаходик замутим. Ховик заходит за красных, мы за голубых. И начинаем. Я же сказал, забудь про меня. Чего? Все, Ховик. Сказал, я забудь про меня. Забудь про тебя. Забудь про меня. Я забуду. А мы ставить мины не можем. Не-не-не. Мы мины, к сожалению, ставить не можем. Я же могу мины ставить точно. Хой, это иди. Такой наивный. А! Как ты объехал ее? Видишь, мины посраные как-то по-китайски. Как ты объехал ее такой? А где он? Он. А, он за тобой ехать? Ехать? Он за мной. А, ну все, я понял. Тихо-тихо, он к тебе едет. Удачи тебе, чё? Эй, ну с Ховиком весело играть, да? Мне кажется, или мы победим? Что, где? На такой маленькой карте нас потерял? Ховик. Окей. Дратути. Дратути. Догна! Бля, не догнал. Нет. А, бля, минки же можно. Сука! Ой, тихо. Я найду тебя. Лёха. А где он? Я не знаю, он сверху поди будет, по-любому. Нет, его нету. Внизу. Мина! Он где? Он, короче, вверху. Он вверху? И поднимается по туннелю вверх. Окей, хорошо. Где вы? Мы испарились. Блин, это вообще жесть. Чё тут, что ли? Всегда в таких противников. Ну, не говори. Эй, Ховик, ты охерел, что ли? Что? Ты у меня телепортировался. Да он читер, лагер. Я тебе отвечаю. Ой, я думал, он еще сейчас в минус ляжет. Вот это было бы найс его. Ховик? Давай, води. Здесь, кстати, минка где-то была. Догнал. Где ты меня догнал? Чё, ты вообще дергаешься. Вот сейчас догнал. Я, короче, на его флаге стою прям. Да, окей. Окей, оби. Ну, кстати, возле меня одну минку поставил на жопе. Окей. Ну, со стороны жопы моей. Окей. Лёха, где ты? Я не на карте. Я вышел с битвы. На паузе. Ты понял, что сейчас было? Это какой-то пипец, это тебе не дотронулся же, да? Нет! Да, ты читер! Догнал! Я тебе говорю, он читер прям поганый. Он почти, короче, такой телепортнулся назад, вперед, назад, вперед. Он типа догнал, да, тебя? Да. Охереть. Я тебе говорю, вот он здесь меня так же точно догнал. То есть мы за домиком с ним этомимся, он что-то как будто уже на эту сторону поехал, но на самом деле он был вообще уже в обратку едет, то есть. И я просто охерел эти вот телепорты. А где, короче, я такой прыгаю? Он такой едет за мной, потом раз, резко останавливается танк, потом раз, уже возле меня, вот так вот, как Вадим пролагал. Да, сейчас, кстати, вообще пролаги были жесткие. Телепорт такой, онлайн баг, 18+, так называется. Ну, короче, ребята, вот такой у нас сегодня получился выпуск Чая-Чая, и, соответственно, если он вам понравился, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а с вами был Вайдер, Биг Танск и Ховик, всем пока-пока. Всем пока.